Москвы. Управляю Honda, следуя по улице Айская в сторону Бакалинская, допустил наезд на мужчину, предположительно переходившего проезжую часть в неположенном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался от полученных травм на месте ДТП. Личность пешехода и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Я ехал по улице Айской и выехал на пути провод и сбил мужчину, который перебегал с правой стороны.